Жители дома номер 10 по улице Степана Горобца в отчаянии. Каждое утро, выходя из подъездов, они вынуждены наблюдать неухоженный грязный двор, горы мусора, которые в лучшем случае вывозят раз в неделю. Вечером сталкиваются с другой проблемой – негде парковаться. Чаша терпения переполнилась, объясняет жительница злополучной новостройки. Звонки и жалобы в управляющую компанию раньше игнорировались, а сейчас и подавно в ответ на просьбы люди слышат прямые оскорбления в свой адрес. Лифт очень часто ломается, автоматика вот выходит из строя, все, и ты сидишь без света, то есть отопления, естественно, сейчас пока нету, а это не приготовить ничего, потому что плиты электрические. По поводу квитанции у нас тоже безобразие. Каждый месяц не присылаются, присылаются кучи, через 2-3 месяца оплату хотят они получать, естественно, хотят деньги с нас иметь. Напротив дома номер 10 стоят еще 3 новостройки. Здесь ситуация самая что ни на есть благополучная. Каждый вторник проходит очередное собрание жильцов 4, 6 и 8 домов, которыми управляет компания ТЖК. Наш дом, управляющий компанией, доволен, потому что придомовая территория всегда чистая, подъезды чистые, детская площадка сделана, оборудована. То есть все наши пожелания и наши, можно сказать так, требования управляющая компания выполняет в полном объеме. Контракты все заключены, и в доме было тепло зимой, проблем с этим не было, водоснабжением проблем тоже нету, поэтому мы довольны управляющей компанией. Мы живем в новом доме, у нас довольно приемлемые условия по сравнению с другими домами. Нам повезло, у нас хороший район, и я всем довольна. В новые дома в основном заселились молодые семьи с детьми. Первоочередная задача – облагородить прилегающую территорию, соблюдать чистоту и порядок, рассказал директор управляющей компании ТЖК Михаил Каменский. На сегодняшний момент, так как фонд начинает расти, заселяются молодые семьи с детьми, у них не хватает места для площадок. СУ-155 сама по себе она устанавливает детские площадки. Но мы решили в этом году установить новые детские площадки, сделать это по Степана Городца дом 4 и по Степана Городца дом 6. Вот. В дальнейшем думаем развивать не только устанавливать детские площадки, но, я думаю, и детские комплексы. Для того, чтобы с уверенностью сказать «мой дом, моя крепость», необходимо сделать правильный выбор управляющей компании. Ведь тепло в квартире, прекрасная парковка, детская площадка, прозрачное начисление коммунальных платежей и хорошие отношения – это не миф, а реальность.